Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи. И сегодня у нас в преддверии матча финал Лиги Чемпионов Манчестер Сити против Челси. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, кто победит и кто поднимет вот этот прекрасный кубок над головой своих партнеров. Ну а мы позже узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. С центра поля эту встречу начинают футболисты Манчестер Сити. Поехали! В последних 5 матчах между этими командами Челси побеждали 3-жды. И в последнем... В матче чемпионата Челси также смогли выиграть со счетом 2-1. Я думаю, это противостояние будет весьма интересным, и команды покажут нам красивый и зрелищный футбол. Пока что Манчестер Сити поддавливает, это Кевин Де Брюйне. Попытка удара, мяч отскакивает обратно к Де Брюйне, и он открывает счет в этом матче. 16-я минута, 1-0, и в нашем прогнозе Манчестер Сити повели. Немножко, конечно, повезло. Повезло с отскоком после этого удара. Но и Де Брюйне оказался в нужном месте в нужное время. 1-0, и Кевин Де Брюйне выводит Манчестер Сити вперед. 24-я минута, очередная атака Манчестер Сити. Они сейчас по левому флангу что-то пытаются предпринять. Челси пока что не особо не владеет мячом в нашем прогнозе. Не получается у них как следует зацепиться за эту игру. И пока все в основном контролируют футболисты Манчестер Сити. 38-я минута. Наконец-таки Челси перешли середину поля. Пытаются организовать свою атаку. Манчестер Сити, в свою очередь, довольно неплохо прессингует. Это Маунт. Видит он Н'Голо Канте, Тимо Вернер. Перевод на фланг. Чилвелл. Пока что не доходит дело до какого-либо удара. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока что моментов у команд было не так много, но Манчестер Сити своим моментом воспользовались. Кевин Де Брюйне забил. У Челси пока что акцентированных ударов по воротам соперника не было. Посмотрим, что будет во втором тайме. 53-я минута. Челси в штрафной. Зиеш, удар будет. Удар по воротам есть, и Канте попадает в створ. Это, друзья, ничья. 1-1. 54-я минута. Н'Голо Канте не сильным, но очень точным ударом сравнивает счет. Вот здесь могло показаться о нарушении правил, но не тут-то было. Хаверс выкатывает Канте, и тот переправляет аккуратно мяч в дальний угол. Не дотягивается Эдерсон. И у нас 1-1. Напомню, что здесь, друзья, при ничейном результате нас ждут 2 дополнительных тайма. Ну а если команда и там не выявит победителя, то нас ждет серия 11-метровых. Очередная атака Манчестер Сити. Выходит Менди и спасает свою команду. 72-я минута, и снова Манчестер Сити идет в атаку. Снова Кевин Де Брюйне делает передачу на Фернандиньо. Удар по воротам, и снова спасает Менди. У нас идут последние 5 минут основного времени. Снова Манчестер Сити в штрафной соперника. Попытка удара в очередной раз от Фернандиньо. Она не получилась. А здесь, ребята, кажется, конец настал. Это Морес. Остаются считанные минуты до конца матча. И Манчестер Сити забивает второй. Что называется, разыграли до верного. Кевин Де Брюйне выкатывает партнера, и Морес примерно с 11-метровой отметки посылает мяч в угол. 2-1, 88-я минута. 2 минуты добавил главный арбитр к окончанию основного времени. 1,5 из них уже истекли. Ну и, по всей видимости, в нашем прогнозе Челси уступает Манчестер Сити. Со счетом 2-1. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на игру. Ждем жаркого матча. Ждем красивых голов, и пусть победит сильнейший. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.